Народ, у меня крутые новости для всех, кто хочет обзавестись топовыми шмотками. Наши друзья с Tasty Drop сделали крутую обнову, и теперь вы можете выбить Аркану с кейса за 99 рублей. А также вас ждут кейсы, открывая которые можно за раз выбить сразу несколько шмоток. Но если вдруг дроп вам не понравится, то можно легко несколько дешевых заапгрейдить в что-то стоящее. Залетайте прямо сейчас по моей ссылке, вводите промокод и получите бесплатный кейс, а также плюс 15% к пополнению баланса. Ссылка и промокод под видео. Дерзайте. Доброго времени суток, друзья! Мы сегодня с вами вновь отправимся в режим, где каждые 30 секунд у вас появляется рандомный ультимейт, и помимо этого у вас также каждые 30 секунд кадешатся все ваши скиллы, все предметы, поэтому закупаемся по нашему старому, доброму, привычному плану на first buy медасик. Потом можно, в принципе, будет... Простите, что там с гором. Надо водички хлебнуть. Заметили мы тут такую некоторую закономерность, что у всех вначале... У кого-то вначале добудет Mystic Flare. 100% у кого-то есть ульта Джаггернаута. Да, вот она. И еще что-то было. Так, с нами сегодня, если вдруг кто не знает, знакомьтесь, с нами сегодня играет Салиска, Хитклифф, Дима и Куб. Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это красиво нас подняли. Ой-ой-ой, вот этот сон был. Отжимайте, отжимайте. Он не может отжать. Моя точка, отжимайте. Он не может отжать. Может, в смысле не может. Нет, это кнопки, чтобы отжать. Вообще не появляется кнопка. Нет, слушай, ну мне начало прям очень даже понравилось. Развалить ребяток. У нас, кстати, тут один типули был. Да-да-да. Быстро развалили. А кто-нибудь... Вон он вниз пошел. Никто не хочет вниз? Никто не будет руну собирать, да? Хорошо, в принципе, нормально. Вот здесь еще можно было руну забрать. Успеешь, не успеешь? Ой-ой-ой, у него будет мастер. Так, а у меня есть дум. И я хочу его в кого-нибудь дать. К сожалению, кнопочки здесь не биндятся. Не было там руны? Не было. Так, успеть дать 30 секунд. Сейчас буч у нас словит дум. Ага. В ответ на дум. Подойди ко мне, я тебя спрячу. Задонай лучше. Я все равно умру. Не умрешь. Задонай. Ты будешь жить вечно. Стоп. Ладно. Я верил в тебя. Я просто в тебя верил. И хотел его убить. Не фарми, бро. Мне кажется, если бы я тебя донаил, то... я бы не успел. Ничего сделать. Да, очень надеемся, что скиллы, не скиллы, а кастомка в этот раз не забагается. Был у нас уже такой неприятный опыт. А, маны не хватает. Я думаю, что такое? Хотел красиво сделать, получилось, опозорился. И теперь у меня нету этого скилла. Блин, чуть-чуть маны не хватило. Давайте, наверное, еще привезем. Не, здесь Олрик нам даст все деньги. Давай, у меня есть блокхол. Это будет. А, меня утянули из верги токсики. Мне опять не хватает маны. Дай, дай ульту, Дима, ульту дай. Блокхол. Есть что? У меня там маны нет. Нормально. Хорошо, даблкил. А, блокхол остался, понял. А блокхол остался, кстати, почему? А блокхол остался в тот момент, как я его дал? Подожди, это что, мы забагали? А он не будет втягивать, наверное. Да, он не должен втягивать, но он должен оставлять... Сейчас слегка, брат. Подожди, мне прям вот дико интересно. Уходи вправо. Нет, ни урона нету, ничего. Не втягивает. Ладно. Было бы прикольно. Искажение есть. Что есть? Искажение. А, там топор проткнул. Везучий. Блин, у меня есть чайник. А вот что-то с ним происходит, смотри. Но он как будто бы замахивается, но при этом урон по крипу наносит. Блин, медасик. Пусти. Нельзя. Мне кажется, интовики самые классные в этой кастомке, потому что маны всегда почти хватает. Да, есть такая тема. Так, медасик пошел. Есть курсам, но он не подходит. Он очень осторожный, он чекает, наверное, наши скиллы. Прям максималочка такая. Смотри, кто там играет, тот-то. На ночь дождаться, и все, я начну. Не ровно есть. Дай ульту. Блин, дать бы ульту. Хорошо, сейчас поменяется.
Просто чтоб не зря дал. О, могу наорать. На лагуну не хватает. Бей его. Ой-ой. А, подожди, а ты его застанил? Я ультой пожал. А это не ты его застанил. Я не понимаю, что происходит. А он на месте? А, там, блин, там ульт Свена, осторожно. Вот плохо быть мертвым и при этом... Ой, хорошо получилось, я прям заметил это. И но при этом у тебя не обновляются скиллы, если ты мертвый. Это нет, вот прям неприятный уровень. Бью я его, интересно. А, ульта Бадона, понял. Подожди, он с Блэквола хилится? И вот этого я не очень понял. Ну, он сейчас похилился сильно. РП есть. А, хорошо. Я думаю, может тут какой-нибудь блинк собрать себе. У меня даже половины маны нет. Сбил меня. Ну все, пацаны, поиграем. Кого-нибудь бы найти под РП, вообще никого нет. Они в инвизе, они в инвизе, Мираны. Понял? Да. Ульта дровки. Ага, хорошо. Не дотянулся. Ага. Блин, у меня звук с левой колонки пропал. Может, тебе кажется? Black Hole со всех сторон обычно звучит. Не-не-не, я что-то вас тоже слышу. 5 ульта Мираны. Да, вот, кстати, Мирана это прям противная штука здесь. Сейчас помогу. Кто не помнит, напоминаю, что здесь нужно брать аганим всегда. Да, аганим тут прям супер мастхэвовская тема, потому что очень много скиллов ультимейтов конкретно апаются от него. Ой, сколько же тут придется вардов ставить. Дуэль, дуэль, дуэль. Медасик, есть, есть арена, есть арена. Я быстро не бью, кстати, почему-то. Потому что у тебя там уже билось. Как же неприятно, что нужно постоянно вот это прожимать кнопочку. Это прям очень сильно путает. Надо медас дофармить быстрее. Ага, не упрыгало, да? Ты смотри, упрыгало. Не упрыгало. Так, спрятаться. Не спрятаться! Почти получилось тут выжить. Слушай, ну, в принципе, 17-16, более-менее ровно идем. Можно у тебя крепчика стырят? Игра прям четенькая. Понял. Можно. А у меня все еще ульта дровки, кстати. Мирана это зло в этой кастомке. Все предметы и скиллы каждые 30 секунд обновляются, и они просто постоянно в инвизе. У меня инвиз Рики, я не побоюсь им воспользоваться. Как а вот знаем, это опасно. Инвиз это неуязвимость. Да, инвиз это тупо неуязвимость. Ну, кстати, тоже инвиз Рики. У меня больше нет инвиза Рики. Понял. Ну и ладно, я не особо-то и хотел. Еще и сентрики заканчиваются. Ух ты! Ребят, хелп. Подойдет кто-нибудь? Не. Подойди, подойди. Не в инвизе. Вот так вот, вот так вот их. Ой, а вот ой, все ой, и повисло. Ой, ой, ой. Ну, собственно, об этом я и говорил. Можно будет вот это вот начало куда-нибудь впихнуть. И сейчас вот так вот щелк. И начинается следующая игра. Замечательная штука, монтаж, благодаря которому мы вот так вот быстренько оказываемся в новой катке и нас очень быстро спушат. В прошлой игре у нас была проблема, это Мирана, которая постоянно тебя душит инвизом.
В этой же игре против нас шаман, который в теории может просто идти, ставить змейки, умирать, через 30 секунд идти опять ставить змейки и умирать. Можно не умирать, можно просто поставить змейки и улететь. Короче, это будет не очень приятно. У нас есть... Извини, что перебью. У нас диаболики. Есть диаболики и ультарис по. Мы тоже можем так летать. Ну, диаболики, это нужно постоянно надо стоять. Надо быстрее нажать. Ладно, есть еще более интересная ситуация. У нас есть лич с его чайниками. И бесконечными сосульками на их базе. Ну, это тоже нужно такое. Дожить. Добивать. Так, есть. Наша ультамедуза? Ага. Да, наш. Я впитываю. Хорошо. Третий. Я впитал килу. О, Марканшир. Трипл килл, хорошо. Хорошее начало. Да, мне прям. А у меня еще есть скилл, который поможет вам. Очень сильно поможет. Если рейнджат. У меня тоже есть скилл, который очень сильно вам поможет. Пошли вниз, Трое тут, остальные вниз. Вот он, лоха. О. Хорошо. Подожди, а почему меня не накрыло ультой? Я отменил скилл, он не отменяется. Не заслужил. Не заслужил, нормально. Кидал его, получается. Так, полетели наверх, Хитклиф? Я этот рунок возьму, к тебе прилечу. Давай. Маны нет. Добрали немножко. Эй, ты куда? Не понял. Не понял, дядя, давай. Аривидерчи. Так, там ориентир примерно 30 секунда, если не ошибаюсь. Ой, зачем я себе это купил? Ладно, пусть будет. 30 секунда, чтобы кастануть скилл, и сразу он у тебя поменялся. Сейчас так, собственно, и сделаем. Ну, он очень быстро сгорит. У меня, кстати, еще один дум есть. А чё, где хп? А денай-то некому. На, покушай. О, спасибо. Братишка, я тебе покушать принес. Смотри, сейчас дум. Там аккуратно, там ульта собаки. О, привет. Да, кинь ты! Все, пока. Пойдем, я ульту Грима нахрен. Он сейчас его денайт, наверное, будет, да? Нет, не будет? Я пешочком иду. Буховист. Я пешочком иду. Заденайл. Можешь подойти, я к тебе привезешь. Ой, я уже у Т2. Давай. Все, я погнал, пацаны. Куда? Как ты его убил? Как ты это сделал, негодяй? Не хочешь кваретку съесть? А, ну можно и так. Хочу. Могу бэкхол дать. С кустов. Смотри, сейчас с кустов будет бэкхол. Давай. Вижу. Не будет бэкхола с кустов. Зато будет вот так. А как? Чекай. Смотри, смотри. Отмени. Полетел. Не отменяйся. Смотри, что сейчас делаю. До свидания. Вылези отсюда, пожалуйста. У тебя есть какой-то? Что у него? У него чайник, кстати, осторожно. Вези себе фласку. Сейчас все будет. Ну зачем ты портишь? Иди в спину. Так, там РП. Слишком медленно. Аптечка меньше. О, это неприятно. Сейчас еще и РП будет. Ох, у меня СФ на меду некрасивый. В маршмшип выпал. Вот это я их подзамедлил так ровненько, четенько. Теперь бы убежать и выжить. Получается, выжил. Хорошо. Рассчитано было все. Максималочка. Скажешь. Я вообще за связку сбил. Так, Равага. Ты бы умер. Хитклиф? Понял. Где? Под сейф. Так, мы дафары. Там дерево это сейчас бесить будет очень сильно. Потому что оно в кустах сидит постоянно. Надо Равагу дать. Надо дать Равагу. Надо. Сейчас чуть-чуть вижен, не вижен этот. О, даю Равагу. Достал, хорошо. Достал. Ладно, хотя бы два. Я знаю, СФ Марксманшип заменился на Марксманшип. У меня ульта Бадона. 400 мана, куда? Иди сюда. А она сама не нажимается? Где он? Нет. Нет, а вот он самому надо нажимать. Вот эти вот кусты, их нужно как-то сбрить. Ты можешь сбрить их тизером? Сейчас все будет. Может, но не подойди все. Подойди там, сюда. Вот здесь, вот отсюда. О. Ну, ага, хорошо. А в него отлетит? Хорошо.
Жить? А, я снова живу. Я снова живу. И вперед. У меня этот СФ улетел на бот. СФ на топ. Бот не топ, можно не беспокоиться. Я бы так не сказал. Хорошо, что проблема не на нашей стороне. Да. Блин, все равно маны не хватает. Господи, сколько ж на тебя маны-то надо, а? Давайте их это... На ралли на бедного Дазла. Еще один будет? Сейчас скиллы свапнутся, можно в принципе вниз летать. А, да там в принципе и так пацаны справляются, ладно. Крипы палят. Есть лагуна, если он прям близко подойдет, может и шотнуть. Мне одному моя ульта нужна меньше, чем та, которая мне дается. Нет. Хорошо. А зачем? Ай, жить. Там был это, не под расчет. О, вот это хорошо. Придет кто-нибудь? Я лечу, конечно, я тебя не буду спасать. Спасибо. Опять? Нет, фух, я думал повисло. Дуэль. Выигранная дуэль. Я говорю, чё? Боже, как же мне вовремя прилетел ультимейт Абадона. Это нечто. Замедляю. Ну когда-нибудь, а точно замедляю? Слушай, а на Рубике прям кайфово. Три ультимейта. Два. Значит, он сагоним, все кайфово будет. Найти бы тут кого-нибудь. Где все ребята? Умирают на боте. Они как бы и в топе умирают, но... Мало умирают, нужно, чтобы они больше умирали. Так, 200-800, 1000 маны надо. Блин, такое комбо-вомбо есть. А дать не в кого. О, а вот привет. Я не живу. Наконец-то они меня убили. Там ульта Абадона прилетела. Живи, коллапс. Ну капельки. У меня 10 хп осталось. Не за что. У кого все варды? Пока, брат. А, меня тут это, из инвиза Рики Раста убивает. О, чайник. А можно вардов нам сюда хоть не... О, понял. Дима минус. А как он достал? Чайник сюда ушел, прикинь. Отсюда до сюда, это нереально. Нифига ты жесткий. Просто жить. Я лечу. Сейчас он обновляет просто. 8 секунд. Варды, вот. Ну, все нормально, он не сможет. Слушайте, спушим, короче, их. Пойдем. Вот ты варды просил. А, вот здесь поставьте. Замедлил. Сейчас подловлю его. Мы, а куда? Мы вернемся. Ладно, я лечу сюда. Помогаем. Да, в смысле? Блин. Вот здесь вард. И Сентряк. Да, хватит меня сюда. Я Сандрей. Все будет. Все, отпусти меня. Хорошо. Хорош. Это было мега красиво. Вовремя прилетел. Смотри, у меня. Airlines. А где я? А, ой, я вернулся. У них тут вард стоит, кстати. Где там? Да, вон сверху. Раста на боте. Будет плюсы? Можно. Змейки надо убить. Надо.
Тут просто немножечко есть еще противники, как казалось. Вижу. У меня много скиллов. О, смотри, еще портал. Что сейчас произошло? Зачем я портал начал открывать? Я то на тупо. Или ты? Меня я вот не очень понял, начал всасывать или портал начал открываться, черт его знает. Так, чтобы взять. Ой-ой-ой. Я думаю, здесь определенно нужен догон. А Висп, можешь меня увести? Да. Да, погнали на бот. Если Лука здесь происходит. Куда-нибудь. А, значит, 3 месяца. Только... А, да, отвяжись, спасибо. Ну, в смысле? Какой фортифай? Чья арена? Наша. Наша. Ау! Это у кого? Я хочу этот скилл. У противника. Я понял, но я его хочу. У меня гая есть, можно подраться. Аганим есть? Нет. Вот это печально. Плохо. Есть коса. У меня тут это. Ежик. А я Стой на месте. Змейки кошмарят. Эх, гриль. Можно дальше пройти. На работе. Так, ключ обратно. Опусти. Ульта. Ой. Ага, понял. Хорошо. Хорошо. Ой. Просто Адольф лучше. Ну ты руина. Это было идеально. Ставлю 5 баллов. Говорю, отпусти, нет, везет. Вот... Давай СФА. Если бы ты не сказал ой, то я бы подумал, что ты меня специально об СФА убил. Теперь и я могу пушить, пацаны. Нет, не могу, меня держат, меня держат, спасите, помогите. Он оттуда же держал. На, еще змеек. Ой, это нехорошо. У меня палец есть, Висп, ты где? А Виспа нет. Ты мне был очень-очень нужен, блин, у меня были змейки. У меня была куча змеек. Так у нас у всех могут быть змейки. Так я их же ворую, змейки, и они у меня кадешатся каждые 30 секунд. У меня пальчик, ребят. Бедолага взорвался. Если я тут на 2 места, блин, еще будет. Опа, я тебя. Понял. Что за хекс? Откуда хекс? Лови тоже подарочек. У нас по миду килл идет. Ну, мы ничего сделать не можем. Естественно. Надо змейки разбить. Возьми змейки. Расскажешь? Куда пошел? А, тут наши уже. Да. Висп, прокатишь меня? Сейчас, не лети пока. А, на мне дом. Отпусти. О, хорошо. Можем. Наверное. Да, наверное. Вот куда? Наверх ты вернешься? Да, наверх. А, понял, не туда. Выжил, но еле-еле. А вот мыло умер крип. Бей его. Ой, я пошел. Нормально. Он вступил. Развалили. Там и сам бежит. А вот это вот у него комбо-вомба прям. Сейчас ответочка там, будет. Там душ не было просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, почти ответочку дал. Ребята нас душат по всем фронтам. Давайте как-то это. Ага, при этом счет 47-25. Так, он нас спушит просто банально. Так, вон вокруг Димы просто бегаем и пушим. Захватите вот этот аванпост, я прилечу туда. Куда ты летишь, бро? Захватите аванпост. А, так подожди, надо по миду идти.
они тут вообще все собрались? Я лечу, можно пытаться. Вард стоит тут. На. Выховист. Вот у кого этот скилл сейчас был? Не тополь там. Мид. Просто рефреш у всех сработал, и все идут к почте. Мид летим. Чтобы замедасить. А, нету медаса, начался. А, я отвязался, понял. Ёперный балет. Давай, на мужика боже. Подеремся. А, понял, подрались, хорошо. Куда ты? Ну еще и как он раскастоваться успел? Бис, ты руина. Во время ульты. Давай, так, все, это на F было. Я понял. Не, ну раз мы не перебьем, типа, раз это просто реально идет тупой и пушит. Вот я об этом и говорил. Так, ульта дровки есть. Да господи, откуда ты? У них что, у них везде вижен стоит. Вот здесь вот где-то вижен. А, нет, там, подожди, за мной крипы шли. У нас, кстати, ноль. Сейчас полетим на вас, подожди. Да не надо. А, я остался. Хорош. Надо в пятером собраться и по миду пройтись. О, коса. Виз, перевезешь меня куда-нибудь? Парни, собираемся в миду. Наверх, может? Мид. Да, дайте замедазить, вы чё? У них телепорт на топе стоит. Себя же могу поднять. Протупил. Арена есть. Я буду жить вечно. Так, мистер Слизка. Все нашел. Молодец. Все равно, какой Молодец. Там радиус этого страха? Хорошо. Взорвали. Хотел спросить, Метеор Хаммер чего собирается? Ты же там спец. А, да, Метеор Хаммер. Хороший скилл украл. О, чайник. Так, прилететь этот чайник. У меня был трек, я нажал, ну, я думал, что я нажимаю на трек, а я нажал на ульту тролля. Хорош. Вы идете по миду, да, я надеюсь? Да, мы в миду. Хорошо. Надо какой-нибудь скилл нормальный украсть. Уже у меня очень много кнопок. Я буду контрить этого Расту. Кого-кого? Контрить будешь, конечно. Не достань. Не, бро, когда без души. Сейчас прыгну, равага есть. Два сна. А я вот летел. Держу. Хорошо. Просто жить. Да ты живешь, боже. Ты если бы еще из зоны не выходил, ты бы еще отхиливался. Хотя... Понял. Мой косяк. Так отхиливаешься. А Бист не будет собирать. Понял, не. А, уже собрал, ладно, будет два. Ну, две апнутые меки. Гривзы, в смысле. Они не стакаются, только мана. Ну пофиг. Я уже просто купил, я сначала купил, потом спросил. Классика жанра. Можно увидеть как-то Расту? Там тренд скипает патч. О-о-о, а он сетку, ладно. Да, у меня жестко лагает. Тренд скипает патч. Ну так, веди лич. Ну я провел. Я его, всё, конечно, не убил. Эти змейки никогда здесь не закончатся, если чё. Он всё равно просто новый поставит. Равага. Ой, не равага, ульта СФа. Я поймал, смотри. Да. Минус СФ. Угу, есть. Больно, ребята, очень больно. Можно, пожалуйста, как-то выжить?
держу, держу, держу парня. А, ой, я умер немножко. Ладно. Надо линку собрать. Меня уже прям бесит эта фигня. Да кинься ты! Что у нас там сверху происходит? Мы тут пытаемся зайти, конечно, но нас прям к базе поджали. Долго тренд будет реально нас типа скипать пачка? У нас есть гост или... ой, гем? Поехали. Куда? Мид? Да, мне бы вот где-нибудь вот здесь бы взять. Ой! Здрасте. Коса. Изи стак косы, отлично. Да, видеть бы этого трента. Я бы у него украл ульту и было бы повеселее. Раз там на топе. Бегу. Сейчас он ульту даст. Он туда. Пускай дает сколько хочет. Блин, он поменял ульту. Вышки, вышки снести. Ой, не вышки, а эти. Змейки. А чё, почему мы на трёх линиях не встали просто на месте спавна крипов и не даем бэкдор протекшн? Мы же можем каждый на своей волне депать. Вы же не умираете, я надеюсь? По-моему, никто не умирает. Ну, почти. Ну, когда по одному кто-то выходит, я их убиваю. Но если на меня выйдут трое... А, ну, там да, крест? Знаете, откуда крест? Отдазла. Я все понимаю, но не надо сюда идти, ёжик. Появлю. Я живу, я живу, я все еще живу. Если сейчас в мою сторону подойдете как-нибудь, то я могу даже хильнуть. Веду сверху, в твою сторону. Не умрешь, 100% не умрешь. Давай, ульта на ульту, ульта на ульту. Хорошо. Да. Держим. Блин, мы пока замесы устраиваем, нас постоянно пушат. Угу. Какая-то интересная тактика такая, кто ее придумал, интересно? Действительно. Есть змейки, Висп, отвези меня в мид. Я сейчас умру. Ну, тут, сори, я тебе ничего не могу. Че, не достал? Этот тренд, это просто бесячий кусок тренда. На тебе, ответочка. Я убил. Ну, толк. Нам бот спушил кто-то за это время. Интересно, кто же? Раста. Так Раста дрался в миду. Нет, нет, это тренд спушил. Дерево. Это Араса спушил до файта. Ну, вернее, во время файта он присоединился только к концу файта. Понял. Так, ну, я, собственно, об этом в начале и говорил. То, что он просто приходит, ставит змейки и уходит. Ему больше особо ничего выдумывать не надо. Ладно, в любом случае, это веселые, красивые замесы с кучей всяких световых эффектов. Блин, скиллы давно менялись? Что? Подошел. Понял. Сверху парень идет. Нормально. И РП там, ты смотри, у него все есть. А никто не хочет Расту добить? Да хочу, но я же не могу быть везде. Потому что я хоть и имба, но не настолько. Змейки, змейки разваливаем. Ну хватит на меня бессилие вешать. Не могу. Не могу не вешать. С удовольствием. О, тут портал. Я же говорю, этот тренд пушит нас. Вот сейчас тренд, а внизу спушил Раста. Короче, мне нужно, чтобы там культур сломали. Ааа, вот. У меня есть змейки, я хочу подпушить.
Ладно, я, короче, тупо иду пушить. Поехали, стой. Стой, совсем. Давай. Ой, как давай не вовремя. А, ты немножко не успел. Я обратно полетел. Не пробьется. Ну, я 30 секунд подожду и опять прилечу. Кнопки нет, это очень сильно мешает. Ой-ой-ой, как же ты бесишь! А, он рефрешер себе купил, я понял. Согласен, если можно было забить, то было круто. Да-да-да-да-да, вот с кнопками это прям супер проблема. Слушай, ну пацаны по-грязному играют. А индийским? С кулдауном в 30 секунд, это прям сочно. Бьёшь! Нормально. Возьмём-ка тоже АН-диск. Сколько ж нужно этих змеек бить? Боже. Ну чё, пацаны, прорвёмся. Надо верхние эти не отдать. Серьезно, он здесь постоянно стоит. Нет, это ульта его. Нет, это у него ульта, деревья, с любой точки карты. Ой, смотри, что это было? Это было. Он типа деревья сажает, а потом с любой точки карты может вокруг этих деревьев. Да-да-да, я понял. Разразил, связать. Сломайте вот это дерево, у кого там есть топорик или что-то типа того. Ладно, сам сломаем. Угу, спасибо. А можно на меня? Здесь тоже. Что это за цепнение? Ну, ё-моё. А у нас гем был, никто не забирал. Так, здесь вроде нету. А, я тоже не бессмертный, блин. Но надо быть бессмертным. Надо, надо. Хорош. Хорош, пацаны, минус 3. Давайте, кто-то да, на дефе, кто-то пушит. Мы уже 30 раз сделали. Да, понятно. Я на дефе, 80 фрагов. У нас, кстати, альтернативная победа стоит. На 150 нет, фрагов. Не стоит. Господи, да? Так да, можно да, просто да. Завардить сейчас ХГ и дефать последнюю сторону. Давай, давай, я вот хотел это предложить. Отличная идея. Не стрика. Это 25-го вообще получил, дерево. Нет? Офигеть, у меня 31 фраг, но при этом я 24 уровня с почти перманентным мидасом. 21 уровня, 20 фрагов. Соло-соло. Так, могу 8. На кого-нибудь наорать. Например, на него. Всем бить да. Змеек. На, добить. Змейки, 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 пацаны. Змейки. У нас еще и, блин, 5 магов, которые не могут дефать этих змеек. Да, на себя синул двоих. Там больше никого нет. Надо еще мид толкнуть, а снизу до верху глиф не собьет. А ой. Куда? Зачем? Пушить надо. О, везешь нас обратно? Подожди, подожди. Да-да-да. Ой. Привяжись, привяжись. Ага, хорошо. Все. Ты хоть предупреждай в следующий раз. Я не знал, что я... Роман, я тавер спушил. Работаем. Сейчас я буду там постоянно летать, вот так вот. Надо БКБшку взять тогда. А, смотри, он ульту дал, не смог тэпнуться. Так, здесь еще у нас это дурацкое дерево. Они умерли оба.
Должны. Здесь прям целая куча этих деревьев. Слушай, там реинкарнация, там реинкарнация, там реинкарнация. Пацаны, даю ульту. Блин, надо было ее оставить, хотя Раста в любой момент может прийти. Раста тут, Раста тут. Вон там тренд под псом бегает. Хватит. Я, кстати, Сова вряд ли тут задефаю. Я уже здесь. У нас крипов нету. Нам не нужны крипы, нам еще 15 киллов. Не 15, а 150, 150. А, 150. Да. О, живу! Это будет долгая игра. У меня ГА есть, ГА с аганимом. Ну вот если раз ты сейчас будет подбегать. ГА, короче, на 59 секунде давай. Если раньше не потребуется. Улетай со мной, не отвязывайся. Нормально. Смотри, еще раз. А есть ману подрегенить? Есть. Такое. Все, я на следующий раз с виспом могу слетать тоже. А, не, подожди, там лишь рак нужен больше. Да, там уже будет удар. Висп, я говорю, вот здесь тренд бегает. А мне этот. А у нас топ. Га, надо, га, надо. Я уже нажал, у меня поменялось. Ловлю. Змейки ломайте. Помогай, я змейки ломаю. Змейками ломаю. Хорошо, лучше. Все, змейки сломаны. Нормально. Отбили. БКБ же у нас не запрещена. Так, скоро БКБ будет... БКБ нет. Ладно, не скоро, как только 25-й будет, сейчас я смогу похилить. Отвезешь меня весь амбакдорф там уже точно? Да. Пошли тебе пушить, короче. Так, что я могу собрать-то еще? Я на дефе. СФ. Тут транс. Какой же страх долгий, он взял талант на страх. Вот здесь вот Раста. Меня держит. Вообще-то мне пофигу Раста. Сделаю. Бей его. Куда у меня манго? То потихоньку пробиваю. А, все. Яблоки закончились. Ладно. Влад, давай вот этого парня примем. Интересно. Сейчас я тут змеек наставлю. Все, к нам сюда вряд ли сейчас зайдут в ближайшее время. Я пока ты змейки там буду ставить просто сейчас. Что-то немножко далеко зашли. Давай уйдем, летим. А что за лаги такие дикие? Да я тут костую, как не знаю кто. Вот здесь тренд еще сидит. Я убиваю... Ну смотри, охрана есть. Сейчас через 30 секунд еще поставлю. Тогда надо... Ладно, отлично. Как ты его... Понял. Ел, да, ты фул хп уже. Не обману фул. Есть блэк-холл. Пацаны. Враг не пройдет. Ребята, есть блэк-холл. Я могу прилететь к вам сейчас двоим и дать блэк-холл. Нам надо проблем, нам крипы нужны. Давай, короче, с крипами подъедем. Раста здесь, Раста здесь. Раста, да. Да, отвезла. Змейк. Бью змейки. Нормально. Мы с коллапсом можем вообще на изи получается. Мы вернулись? Нет. Ну да. Давай еще раз полетим. А мне сбили, ладно. Как же они душат. Да вроде нет, на самом деле. Они душат в плане пуша, мы душим да, в плане... Да. В плане морально. Не, ну тяжело, гем, кстати, тяжело. Ребят, второй гем. Надо было, кстати, 100 фрагов оставить альтернативную победу. Мы тут убиваем. Нормально, мы тут шалим. Гем второй, ребят. Надо крипов с базы отогнать, чтобы бэкдор был. Я уже отогнал. Я вообще не за. Снизу крипы еще. Снизу крипов тоже отгоните, я же говорил, встаньте все, типа, просто.
Они же слабые. Они, типа, 25 талант нужен. Пьюшить. Но они не пьюшат. Там сейчас крипов подведу, ребят. Давайте вы не будете далеко отходить от Куша. Шуша. А, Висп, если меня сейчас отвезешь, могу прилететь змейки поставить. На боте крипов веду. Давай, я лечу. А меня возьми лучше. Лучше так надо было на ТПшке прилететь. Мы сейчас вернемся. А, да, понял. Что это такое? Да-да-да-да-да, но там крипов нету, там... А, нет. Да, давай, змейки. Все, я улетаю. Ребята, бот спушили. Ой, топ спушили. Скорее всего, полностью. Да, вот теперь точно полностью. Ну это какая, мы не выдыхаем, типа 4 мага, мега крипов. Ну мне ни разу ульта с Раста не пришла, не понимаю. Мы спушили, мы спушили. Так ее, она не приходит, ульта Расты. Крипов вези, на базу броем, у нас там проблема. Я на топ сейчас приведу крипов, на Т2, будет помочь? Наслаждаться. Я сейчас прилечу, да. Отвяжись, отвяжись, бро. Блин, а он меня выиграть? Убил, у меня змейки закончились. Так вы пушьте сразу... Не, меня не надо. Вы хотите мегачей, что ли, им сделать, или что? Мы хотим просто добить. Там один фраг остался, вы чё? Да не один, 150! 150! 150! Три раза ж уже сказали, 150. Я не услышал. Летит СФ, 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 СФ. Вот тут, вот тут челик. Домой. Сейчас вам присоединюсь. У нас крипов нету, понимаешь? Мы не пробьем бэкдор. А, да. Ну там этот тренд. Может доминатор собрать? Может доминатор собрать? Не поможет, не поможет, не поможет, не поможет. Ладно. Есть идея взять Юл и просто отхиливать его, стараться. Ну типа хз, хз, хз. С руки заковырять пацанам. У меня тренд... Короче, у меня есть крип, но у меня его тренд фокусит. Прямо здесь вот подо мной тренд. Так, он умер, по идее. Почему? Какой же... Еще левел. Я тут крипов скипаю. Да толку, что ты их скипаешь, там тренд тоже скипает. Тренд просто одной кнопочкой скипает всю карту. Вот здесь вот сидит у меня и пытается добивать крипов, не давая мне их стейвать хейт эдиктом. Нужен 25-й. Давай пробьем бэкдор, он... мы бэкдор пробьем. Нужна пайпа, чтобы у кого-то была. И это буду я, видимо. Можно пятерым взять пайпу и провести крипов. Да, 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 вот это нам и надо сделать. Меня убили, но... Это хреново. Там тренд просто скип, но кто-то не может скипнуть культой. Я же сказал, что там тренд, вон он. А, нет. Угу, хорошо. Крыса на тренте, просто такая крыса. Да, тут не крыса на тренте, тут вон кила прилетел. Давай лично сейфи. Змеек, змеек, змеек. А не успеем пробить. А, все, да, да, да. Серьезно, боже. Очень, очень жестко напрокало, конечно, пацанам с героями. Вот этот вот тренд с шаманом. Не было бы хотя бы тренда, который просто нон-стопа по всем лайнам изи скипает крипов, было бы намного проще. Ну, еще и нормально, вот этот вот... Нормально, еще и вот этот вот пул, когда у нас 5 магов. Но в любом случае, катка интересная, очень много замесов. Пацаны чисто перепушили, красавчики. Ой-ой-ой. Победили, затащили. Все, ну а на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь на ваш лайкусик, подписочку, если вдруг этого еще не сделали. Всем пока.